В преддверии 23 февраля сотрудницы ГИБДД останавливали водителей, но не для того, чтобы проверить документы. Представительницы прекрасной половины госавтоинспекции Ленинского городского округа поздравляли с праздником мужчин-автолюбителей и вручали небольшие сувениры. Днем защитника Отечества. Желаем вам счастья, благополучия, удачи, мирного неба, безопасных дорог. Я смотрю, вы пристегнуты, поэтому соблюдаете правила дорожного движения. И с нами сегодня наши юные помощники. Поздравляем вас с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья и удачи на дорогах. Это вам. Спасибо большое, очень приятно. Такие поздравительные рейды стали уже доброй традицией. Сегодня мы решили, да, сделать именно рейд, который состоял практически из одних женщин, сотрудниц госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу. Да, реакция у мужчин была сегодня интересной, потому что такое, наверное, количество женщин они видели первый раз в форме, да, сотрудников дорожно-патрульной службы. От лица госавтоинспекции хотим поздравить всех наших водителей, всех наших защитников Отечества с наступающим праздником. Хотим пожелать мирного неба над головой, соответственно, благополучия в семьях. Мужчины искренне благодарили девушек в форме за поздравления и оказанное внимание. Молодцы. Приятно. Спасибо. Сотрудницам ГИБДД с удовольствием помогали ученики начальных классов Видновской школы номер 7. 23 февраля такой праздник сразу ассоциируется с 1941 годом. Вот такие вот года, когда была Вторая мировая. Но сейчас со грустным не надо. Сейчас вот праздник скоро. Надо веселиться, надо радоваться то, что мы все-таки живем. И все будет хорошо. Так что у нас есть наши защитники. Поэтому бояться нам ничего не надо. Здоровье, счастье, питомцев больше. И больше, ну, чтобы не попались жены хорошие. Я представляю всех мужчин с этим праздником. Желаю, чтобы все было хорошо на дорогах и дома. Чтобы у вас всегда была улыбка на лице. Я поздравляю всех мужчин с наступающим 23 февраля. Желаю им, чтобы все у них прошло идеально. И этот праздник они отпраздновали очень хорошо. Как рассказала классный руководитель Оксана Краснощекова, дети были очень рады принять участие в этом мероприятии. Когда узнали, что нас приглашают на такой рейд, дети были счастливы, им хотелось подойти, поздравить. И, конечно же, мне было приятно, что нас приглашают на такие мероприятия. Лишний раз сказать нашим дорогим, любимым, сильным, прекрасным мужчинам, поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, всего-всего-всего-всего наилучшего. Инспекторы рассказывают, что подобные акции привлекают внимание к проблемам. Время обеспечения безопасности на проезжей части. А 23 февраля станет еще одним поводом напомнить, что мужчина должен быть защитником в любой ситуации, в том числе оберегать всех участников дорожного движения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.